Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Начнем с тренировки. Я хочу забрать своих ребят, которые у меня дотренировались. Хватит им уже здесь прохлаждаться. Так, ну что, полдела сделано. Давай зайдем в магазин, посмотрим, что нам дадут. Ага, ремонтный бот, хилбот. Забираем его. Так, квесты. Ага, запрос. Сколько у нас? У нас, кстати, ребята, 293 гема. И это классно. Так, что у нас на арене? Третье место, что ли? Да ладно, серьезно, что ли, ребят? Вау! 30 карточек смотрителя нам дают, да? И что же еще? Ну-ка. Слушай, ребят, неплохо. 15 карточек на лорда дали нам. 22 карточки на башню. 17 хилбота. 16 карточек на терракошу. И 13 карточек на босса, да? На термина. Ну что же, неплохо, ребята. Я сейчас посмотрю, кого мне дадут в противнике. Наверное, 98 уровень, скорее всего. Даже 99. Господи, как же мне тут интересно. Как мне с ними тут справляться? Ладно, ребят, я попробую. В любом случае нам нужно пройти. Но не уверен, что мы получим с вами первое место. Здесь очень тяжело все это сделать. Но я попытаюсь. Так, давай-давай, максимальное количество манны нам нужно набрать. И уже потом приступать к этому всему делу, к разбору полетов. Так, выходит голем. Естественно, против голема я сразу буду вызывать маговойна. Только он, наверное, здесь сможет. Посмотрим. Так, хорош. Самурая нам тут еще не хватало со своей истерикой. Будет сейчас плакать. Еще и ниндзя выходит. А ну-ка, БФГ, давай-ка помогай нам в этом деле. Кстати, ниндзя сейчас погибла от отражения. Давай-ка мы вызовем чумную мышь в помощь к нам и еще одного ронина. Ну, давай, быстренько колбасим. Вау, тихо, дядя. Слушай, деда быстро расколбасили, мне это понравилось. Так, погоди. БФГшка, ты главное отскакивай вовремя, чтобы тебя тут никто подбить не смог. Отлично. Слушай, ну пока хорошо все идет. Я даже могу, наверное, призвать сюда ведьму. Давай постараемся это сделать. Или же мы без нее справимся. Да, ребят, мы без ведьмы даже здесь зачикали. Вы сами прекрасно видите результат. И я получил третье место. Но тут самое главное, ребят, продержаться, чтобы получить нормальный реворд. А я боюсь, меня скинут. Опачки, не понял, секунду. Что такое, кто у нас? А, ребята, смотритель у нас получает третью звезду. Растет малыш, да, у нас получается. Ну что же, развиваем. Ну теперь он как-то более солидно выглядит, да, чем до этого. Ладно, это классно. Когда у нас подрастают боссы, это всегда замечательно, потому что и есть, как говорится, выбор, кого поставить. Ну, а мы с вами, погоди-ка секунду, у нас здесь что, разыгрывается баллиста? Слушай, я не буду, ребята, заради него идти, время наше драгоценное тратить, все равно он у нас прокачан по полной программе. А вот на основную сюжетную линию, конечно же, мы с вами пойдем, и у нас тут три полянки осталось, да? И мы, как видите, на долине подданных. Так, грифон, паладин и жрица. И все это, ребята, сотого уровня. Это все против меня будет сейчас выступать. Вся эта армада. Хм. Тыквоголовый, я думаю, что здесь вряд ли нам зайдет. Наверное, придется имбой играть, ребят. Только имба. Маг-рыцарь, все дела, да. Только эти ребята здесь могут что-то показать из себя. Тем более здесь паладин сотого уровня. Он жарит-то нехило, плюс еще как танкули довольно неплохо держится. А если еще и под жрицей, ух, то это вообще имба. Ну что, он никого не вызывает почему-то, это для меня немножко странно. Грифон, ёпрсоте, вышел. Давай так попробуем, мы должны разобрать его в любом случае. Так, я еще на всякий случай, ну, да, с одной плюшки падает грифа. А вот теперь я хочу призвать, ребята, ведьму. Потому что, ну, тут уже серьезное дело, посмотри, что происходит. Давай ульту, наверное, зарядим. Ну, добей, пожалуйста. Есть, паладин упал. Ну что, жрица, все, припухло? Блин, нет, ребят, не припухло. Хорош. Блин, ронин, жалко, он, конечно, не дошел у меня. Ураганчик нам в помощь идет. Слушай, а вот теперь, я думаю, все, ребят, фиаско. Ну. Так, минус паладин. И все, я думаю, что никаких шансов здесь нету у замка. Просто разнесли в хламину. Замечательно. Ну что же, ребят, мы продолжаем с вами нашу эпопею. У нас третий этапчик. Здесь фехтовальщик сотого уровня, остальные 99-го. Ну ладно, для меня это не страшно. Будем проходить. Единственное, что мне непонятно, кого взять. Может быть, вот этот вот отряд, а? Или же опять имбой. Давай имбой все-таки, ребят. Не хочу лишний раз рисковать. Попробуем так сделать. Фехтовальщик, вы знаете, прекрасно сейчас будет выходить одним из первых.
И, как говорится, его будет встречать, наверное, скорее всего, Ронин. Но он опять... Ага, вот, вызвал. Хотя нет, 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 нет. Мы вот так вот сделаем с вами. Да, будем через маговойна играть. Потому что он довольно быстро его уложит. Теперь Ронин. О, в истерике вышел. Минус опять же фехтовальщик. Шикарно. А вот здесь уже похуже будет, ребята. Вот здесь похуже будет все дело. Ну, да разберите вы этого слабона. Господи, началось. Зачем я ульту применил сейчас, а? Но я на самом деле не думал, что они справятся. Поэтому как бы в помощь ее зарядил. Да неужели разбомбили? Изи, тут по-другому не назовешь, ребят. Солидно. Так, ну что, предпоследняя у нас здесь миссия. Здесь добавляется маг. Маг и грифон. Все дела. Слушай, ну здесь, я думаю, можно, наверное, все-таки взять вот этот уже отряд. Хотя он слабоватый будет, но тем не менее. Главное, чтобы нам подбивать мага, который имеет массовую атаку, который мне слишком часто и долго компенсирует мозги. Он опасен на самом деле, хотя и ватный сам по себе. Но когда он стоит под паладином сзади него, да, пока ты разбираешь этого паладина, по тебе этот маг вжаривает такой дамаг, что мало не покажется. Наша цель, короче, все это дело перехитрить, и для чего, в принципе, мне здесь баллиста и понадобится. Так, смотри, смотри, что происходит. Я, наверное, ребят, попробую вызвать жнеца для начала. Жнец, конечно, может здесь отгребсти по полной программе, если вот только не так. Маг, да, вышел? Господи, вот я об этом говорил, что вышел уже маг. Нам надо успевать. Так, баллиста, давай вперед. А, еще и грифон вылетел, да? Хорош, серьезно, что ли? Ну, тут-то... Так, двоих уложили. Давай, поэтому... Опс! Так, жнец выдержал. Ребята, я думал, что он упадет, но он выдержал. Удар феникса. Ясно, солнышко. Так. Баллиста, ты, главное, подходи поближе, потому что нужно бомбить по ним по всем. Фаербол нам в помощь. Вот так вот, чтобы они там все лежали в кучку. Слушай, ну если мы вот так вот пробились к замку, я думаю, что уже вряд ли кто-то здесь их спасет. Смотри, что происходит. Жнец, нет, еще выжил. И, кстати, мой этот грифон подбил вражеский замок своей ультой. Вот, вот как-то так. Ну что, ребята, последняя миссия. Здесь у нас, фу, епископ, который, в принципе, вообще... Вообще никакой для меня угрозы не представляет. Единственное, конечно, да, что он бафает своих юнитов. Вешает на них защиту. Я вот не помню, он отражение, по-моему, не вешает. Но защиту и хил это точно от него идет. Так, здорово, парень. Так, погоди-ка, а кого мы будем сейчас вызывать? Давай, наверное, Джаггернаут. Я думаю, что он с фехтовальщиком должен нормуль справиться. Проверим. Ага, одной плюшки не хватает, чтобы его уложить. Ладно, будем это... иметь в виду. А вот здесь уже похуже все дело. Смотрите, ребят, что происходит. Естественно, Джаггернаут падает. Давай вызовем баллисту. Там еще и грифон подтягивается. Фаербол в обязательном порядке. Блин! Я не так хотел на самом деле. Тихо, 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 тихо. Грифон, уйди отсюда. Черт подери, он все равно задел, а? Он задел, блин. По моей баллисте. Ну что, предположение такое, что нам нужно с вами вызывать жнеца. Или еще одну баллисту. Давай баллисту, наверное, лучше все-таки. Классно, мы застанили. Так, ну-ка, фехтовальщик, иди отсюда, достал. Ну и, ребята, естественно, жнец нам в помощь. У нас, кстати, сейчас откатится ульта. Давай мы подождем, пока этот маг подойдет. И фаер... А, он не подходит. Он где-то там сзади бомбит. А если вот так вот, а? Что ты на это скажешь, парень? За карточку спасибо, конечно, отдельное. Так, вот он, ребята, вешает щиты. Видите, да? Заодно, по-моему, хиляет. Нет, пока не захилял никого. Но мало это что изменяет в нашем случае. Так, ух, епископ просыпался. Как не знаю кто. Вообще изейший. Так, опять маг. Опять, ребята, там маг колдует. Так, ну паладина мы уложили. И остается лишь только добить. Ну, минус. Фаербол летит в помощь. О, карточка на мага выпала, отлично. Все, ребята. Башни кранты. Замечательно, мы с вами прошли долину подданных и забираем наш реверт сундучок, где нам достается, так, 10 карточек на фехтовальщика, 10 карточек на крестьянина и 11 карточек на короля. И переходим мы с вами на нежить. Так, нежить и роботы всего лишь-то осталось нам пройти до следующего портала. Так, здесь у нас, значит, встречает чумная мышь и голем. Это все дело сотого уровня. И я думаю, так, подожди-ка, чумная мышь. И она будет одну из первой идти. Слушай, нам здесь, скорее всего, понадобится вот эта вот команда. Почему мне нравится команда имба, ребят? Во-первых, наш вот этот вот маг-воин, да?
Он не так дорого стоит, всего 225 маны. Но согласитесь, то, что он может подбивать наземные и воздушные цели, плюс у него есть отражение, я думаю, что это офигенное преимущество. Так, тихо, я не подготовился. Ну, успели? По-моему, успел я. Да, ребят, успел. Сейчас мы ее накажем. Отлично. Так, Ронин, помогай. Сейчас мы этого голема разберем. Отличненько. Так, накопили 500 маны. И это, ребята, нам для чего? Для того, чтобы призвать ведьму. Погоди. Ну, ульта, если что, есть, ребят, мы прикроемся ей. Так что можно не волноваться, голем не дойдет. Так, сейчас мы его еще немножко здесь поколбасим, естественно. Как же без этого-то? Хорош, голем, успокойся. Так, и приступим вот с ульты. Так, минусанули. Слушай, да я думаю, что здесь вообще без проблем. Смотри, мы уже замок разбомбили, господи. Отлично. Мне нравится. Так, вторая стадия у нас начинается. И здесь уже привидение прибавляется. Тоже нервотрепщик еще тот. Интересно, а он через отражение может, ребята, погибнуть? Если, например, на моем маге-воине будет работать отражение, и в этот момент прилетит вот этот вот Каспер. По идее, должно, да? Он же наносит урон и как бы сам себя должен подбить. Ну ладно, опять же голем. Здесь нам, естественно, нужен маг-рыцарь. Так, сейчас посмотрим, ребята, ну-ка. Ну, продамаживайте. Есть, отлично. БФГ. Зачем я БФГ призвал? Посмотрим, сколько он урона наносит. Ох, призрак очень много наносит урона именно БФГшки. Так, ульта пошла. Пошла. Минус чумлука. Так, и, наверное, нам пора бы уже призвать ведьму, судя по всему. Так, я попробую накопить. Не знаю, получится мне или нет. Давай, давай, ведьма. Ну, быстрее, ты мне здесь нужна. Так, сейчас голема мы убьем с вами. Убили. Так, теперь вот этот вот рыцарь-маг, который будет сейчас тут шинковать. Так, у нас еще и приворот есть. Давай-ка вот так сделаем. Смотри-ка, у чумнухи был иммунитет, ребята. Так, ну подбей ты ее, пожалуйста. Опять через ульту сыграем. И все, я думаю, что здесь он сфейлился, ребят. Замок там еле дышит наладом. И мои зомбики здесь, скелетики, разрушают просто-напросто в хлам. Фух, довольно неплохо идем. Согласитесь, несмотря на то, что мы по уровню, ребята, проигрываем нашему оппоненту. Воу-воу, тихо. Вот здесь-то как раз нежданчик. Потому что здесь служитель тьмы сотого уровня. Проказа еще та. И я думаю, что только лишь вот этот отряд, а сможет ли он здесь нам помочь? Как вы думаете? Вопрос интересный, но я попробую. Давай-ка проверим. Значит, здесь, короче, ребята, через паладина нам придется играть. Если чумную мышь он призовет, а он ее призовет, как пить дать. Я жду. Хм, нет, ребята, не так он стал немножко делать. Ладно, раз так, мы будем тогда его пилякать. Давай еще немножко подкопим с вами манны. Нету никого. Меня это немножко страшит, пугает. Так, ульта у нас, конечно, не самая лучшая здесь. Вот он. Вот он, этот ханорик, ребята. Я ненавижу его, этого служителя тьмы, который мало того, что отнимает здоровье у нас, так он еще своим прибавляет. Пока вроде бы неплохо. Но это пока. Давай-ка еще призовем, ребята, с вами всадника на журавле. И смотри, как подло он делает. Пока мы разбираем с вами голема, он расстреливает всех моих юнитов. Но это до поры до времени, пока я не призвал друидку. Ха-ха. Сейчас посмотрим, что он на это скажет. Ну что ты, родной мой? Я думаю, что тебе хана сейчас будет. Иди сюда, поближе подтягиваем его. И разбираем. Плюс у нас, ребят, тотемы стоят. Отлично. Давай, давай. Главное здесь не пасовать. Чумная мышь сейчас погибнет. Потому что здесь стоял тотем на урон. Вы это, наверное, заметили. Да хорош ты уже там буянить. Вот служитель тьмы, вот проказа, а, на самом деле. Ты посмотри, что он творит. Минусанули мы его. Так, ульта. Слушай, мне кажется, что надо менять эту базу. Вот ульта здесь, ну, самая такая никчемная, по-моему, да? Которая, ребят, практически не наносит никакого урона. Да, она подтягивает дальних юнитов к нам поближе, да, на разборку. Но по урону она очень слабенькая. Так, ну что, предпоследняя. Что-то мы как-то быстро с вами летим.
Мне это даже немножко смущает. Очень быстро мы с вами продвигаемся. Слушай, а давай возьмем здесь вот этот вот отряд. Потому что вы сами видите, здесь некр со своими черепунделями. И с ними как раз довольно неплохо справляется тыквоголовый. Ну, а в остальном, конечно, все дело плохо. Потому что чумная мышь летучая здесь. Не знаю, моя ниндзя, по-моему, здесь будет проигрывать 100%. И у нас из танкулик только один нормальный. Это тигр. Ну и рыцарь на ранней стадии, можно так сказать. Сейчас проверим. Сейчас мы это все дело, ребят, с вами заценим, проверим. Вот и вышло у нас некро. Ай, тут еще и призрак, который меня, ребята, очень сильно напрягать будет сейчас именно своим присутствием. Так, тихо, погоди. Ты в голову, не суйся, не высовывайся. Куда ты пошел, ну куда ты, зачем ты это делаешь, господи ты. Естественно, ребята, они его разбирают. С полтычка причем. Оу, ниндзя, а ты не справляешься у меня, оказывается. Радость-то ты моя, господи. Вот это было, ребята. Смотри, призрак идет. Призрак идет. Минус чумнуха. А он еще вторую там, ребят, призвал. Ну, е. Опа, а вы заметили, что, ребята, душа тигра только что убила того самого привидения? Вот этого вот. Если кто не видел, можете немножко перемотать. Если мне, конечно, не показалось. Но мне вроде бы не показалось, так и было. Да что ты будешь, они, ребята, меня вот этими дальними атаками сейчас забомбят. Чумная мышь здесь нервирует очень сильно нервирует. Так, ускорение. Слушай, ну вот это шикарно. Давай я эту некро подобьем сейчас. Опачки. Я только что увидел, ребята, что тыквоголовый тоже может убить. Точнее, взрывом мы смогли уничтожить призраков. Да ладно тебе. Хорош. Блин, ребята, минута в запасе всего лишь-то у нас. Нам нужно как-то с вами быстро это дело провернуть. Я не знаю, получится это или нет. Так, пока они там все стопорятся, можно, в принципе, попробовать призвать деда. Как вариант. Давай попробуем. Может быть, все-таки у нас здесь все получится, а? 41 секунда у нас в запасе. Минус некро. Так. Разбираем. Отлично. Все шикарно. Пока все идет хорошо. Давай еще одного такого голового призовем. Ты посмотри, что тут происходит. Господи, никаких шансов у него просто не было. Слушай, замечательно. Тыквоголовый, ну вот, не знаю, ребят, вот самый мой любимчик становится в последнее время. Просто потому что он действительно жарит не по-детски. Так, а вот здесь немножко все сложнее и серьезнее. Потому что здесь служитель тьмы, который, если будет стоять сзади деда, он будет его отхиливать, причем довольно нехеровенько. И нам нужно как-то до него дотягиваться. А каким образом нам это сделать, пока не знаю. Если только жнец нам в этом деле не поможет своей ордой. Но дед-то вы знаете, он же шутить не любит. Он если молотом своим звезданет, то вся армия поляжет у нас, да, вместе с тем же самым жнецом. Он же станет. Не забывайте, что он имеет стан, массовый причем. Так, ну естественно, Големыч выходит. Кто бы тут... Блин! А вот это уже хуже. Вот это уже хуже, потому что мне нужно обязательно вызвать баллисту. Потому что иначе сейчас разберут моментально моего джиггернаута, который у нас не прокачан, насколько вы помните. Ну... Ну, подбили. Ладно, хорошо. Так, фаер... Блин, там еще, ребята, и карга старая ползет. Вы же это видите, да? Ну, две баллисты. Нет, нам нужно вторую баллисту призвать. Для того, чтобы было нам, как говорится, счастье. Так, но нам этого, видимо, не видать. Потому что, смотри, что, кто там подошел. Кто подошел? Ну, естественно, ребята, подошел служитель тьмы. Он уже вызвал своего, ребята, босса, деда. Мы это видим все прекрасно. И теперь я не знаю. Давай, я постараюсь как-то через жнеца, ребят, сыграть. Так, фаербол. Есть. Давай. Прожимаем. Там, блин, да захиливает, сопряжуй. Опс, и нету больше деда. Вот так-то. Фух, слушай, есть шанс у нас все-таки. Смотрите-ка, ребят, что происходит. Так, армию мы, естественно, ребят, с вами зомбарей наших заплодим. Так, минус чумнуха, которая там стреляет. Ух! Слушай, вот черепундели, конечно, здесь очень много наплодилось. Это, конечно же, все некро делает. Фаербол. У нас фаербол, ребята. Пуляем его сразу же. И все. Я думаю, что здесь песенка врага спета. Ну-ка, попробуем разобрать. А что тут пробовать-то? Разбор полетов, вот и все. Изи. Тут по-другому не назовешь. Слушай, как-то вот легко. Мы еще с вами, по-моему, ни разу не проиграли, да? Это что-то с чем-то, это удивительно очень. Так, ну что, зарабатываем деньги. 12 карточек на зомби и 9 карточек на базу.
переходим на последнюю в этом портале, ребята, карту. Это у нас фабрика роботов. И встречает нас здесь кто? Бомбер и толкатель. Бомбер и толкатель. Ладно, давайте попробуем. Будем отражать атаку, естественно. Так, у нас здесь короткое расстояние, ребят. Поэтому нам нужно, наверное, Джаггернаут пойдет первым. Но тут толкатель. Толкатель будет толкать, естественно, всех моих юнитов туда, ближе к базе. И бомбер. Не забываем еще и про него. Так, смотрим. Ну, ребят, толкать он не с каждой, конечно, попытки сможет. Но, тем не менее, расслабляться, как говорится, не стоит. И он крепкий сам по себе. Смотри, мы его бомбим. А ему все пофиг. Так, Джаггер мой выжил. Фаербол у меня на изготовке, ребята. Пуляем. Минусанули. Слушай, ну смотри, первый уровень, по-моему, у нас довольно легко прошел. Потому что сейчас мы разбомбим базу. Бомбера застанили. Нет. Он не попал. Он не попал по моей баллисте. И в базе за это наказание в виде уничтожения. Все. Как-то так, ребята. Ну что же, а мы переходим на следующий этапчик. И здесь у нас репульсор. Слушайте, по-моему, с этой командой мы уже как-то с вами дрались. И я думаю, что стоит ли брать. А я попробую. Замедление и так далее, это все нам очень пригодится. Тем более у нас здесь очень много энергии. Так что этот отряд должен, как говорится, полностью себя реализовывать. Так, 300 манны. Нам нужен тигр. Мы будем с вами копить, естественно, на тигра. Так, бомбер нам пока здесь вообще нисколечко не нужен, не важен. 500 маны. Так, кто пойдет? Наверное, толкатель. Толкатель, конечно же, ребят, кто еще может пойти первым? Так, и тыквоголового, скорее всего, мы сразу же, как говорится, до кучи будем призывать. Давай, тыквоголовый, отжаривай там всех. Замедлялочку я повешу, чтобы слишком сильно они здесь... Не надо мне только... Господи, ты тыквоголовый, да что ж такое-то? Ты не туда немножко бомбил, поэтому ты и профукал, продинамил свое счастье. Так, секунду. Что-то не то. Что-то пошло не так, ребята. Господи, он отталкивает, и все, хоть ты тут что делай. Ну, минус толкатель. Заморозка, как вовремя-то для меня, а? Ребят, это просто манна небесная снизошла. Я еще делаю замедление. Слушай, мне кажется, или у этой базы ульта копится быстрее? Нет, наверное, мне просто кажется так. А я уже думал, знаете, представляете, если у каждой базы свой откат ульты. Было бы прикольно. Слушай, ну вот это ниндзя, да, что ниндзя, что тыквоголовый. В ближнем бою это, конечно, вата. Тут уж ничего не попишешь. Такова у них судьба. Они могут только стоять за танками и что-то из себя представлять. Но в ближнем бою их разбирают как сосунков. Так. Ну... Так, давай я вызову деда, в конце-то концов. Хорош на них уже тут любоваться, я думаю, да? Эй, что у меня с мышкой, ребята? Фу, отпустил, я думал, мышка заглючила. Кстати, да, наверное, батарейки уже подсаживаются, поэтому... Она иногда может отключиться в неподходящий для меня момент. Так, ну... Что так долго-то? 33 секунды, что не можем ничего сделать-то, господи? Дед, давай, звездани разочек-то. Вот, хорошо, разбомбили базу. Так, я не понял, что... А, нет, все нормально. Так, ну что, у нас третья, ребята, миссия, да? Ага, здесь уже прибавляется молотильщик. Вот здесь надо немножко быть аккуратнее, потому что, ну, молотильщик, дамагер. С ним лучше не шутить, хоть он и ватный дамагер, но тем не менее. Будем делать так, читобот, потом молотильщик. Следом, наверное, мы будем призывать паладин. Тихо, подожди. Давай сделаем так, он его все равно не прострелит, да? Не пропилякает с первого-то раза. Или пропилякать? Нет, не получилось. И идем далее. Давай еще одного щитобота призовем. Блин, ну совсем не то. Ну стан, ага, вот так вот, хорошо. Так, бомбер достающий, как ты меня бесишь, а? Как ты меня нервируешь в последнее время? Ребята, где указатель мышки? Господи, зависло все. Слушай, по-моему, еще урона не хватало мне здесь получить. Так, ураганчик. Слушай, надо с батарейками что-то делать, по ходу дела. Мы тут сейчас можем с вами сфейлиться. Где? Блин, мне бы хотя бы на паузу нажать. Где, блин? Ребят, надо на паузу нажать. Так, ну что, ребята, я переключил мышку, поставил проводную, обычную самую. Так что должно сейчас все быть идеально. Но толкатель меня напрягает. Он близко подошел. Все, урон мы получили, поэтому мне в любом случае нужно вызвать друидку. Хотим мы этого или нет. Так,
Ладно, блин, слушай, подожди, а мы друид кто-то призовем, а кто у меня здесь будет хилять базу-то? Они захиляют ее или нет? Друидка, ты поставишь тотем хилища или нет? Поставила. Умничка, ты красота. Ты просто красота. Я в тебе никогда не сомневался, что ты меня всегда выручишь. И как раз нам повезло, ребята, мы разбомбили базу. Слушай, во всем виновата эта мышка противная, которая начала барахлить. Так бы все было бы у нас идеально. Так, ну что, а здесь у нас, ребята, ничего не изменилось, да, по сути? Вообще ничего, тот же самый хилбот, тот же самый щитобот, репульсор и толкатель. Поэтому я думаю, что этой командой мы с вами и продолжим дальше разбирать. Так, продолжить, погнали. Так, накапливаем с вами как можно больше энергии. Так, 300. Так, щитобот вышел уже довольно. Репульсор вместе с ним бежит, сломя голову, довольный такой. Так, ну мы-то его встретим сейчас. Вот таким вот образом. И, кстати, здесь нужно нам, наверное, всадника на журавле призвать. Давай-ка мы так и сделаем. Всадника на журавле и щитобота. Вот таким вот макаром, ребята. И сейчас... Так, я смотрю, там бомбер к нам ползет, летит. Ну, пока нету толкателя. Значит, мы живем еще с вами. Ага. Так, 500 маны мы с вами накопили. Значит, пора призывать, наверное, друидочку нам. Давай-ка мы это, наверное, сделаем. Так. Слушай, а толкатель же, по-моему, ничего не сможет сделать, да, всаднику на журавле? Да, он не может ничего сделать, несмотря на то, что он там толкает. Но он только наземные цели. А всадник на журавле у нас получается, ребят, как воздушный юнит. Так что все отлично. Тотем. И тотем, ребята, который отталкивает, он не действует на летающих юнитов. Так, ну-ка давай, иди сюда, олухи. Пора вас здесь всех почекрыжить. Так, если бы друидка здесь поставила тотем на урон, или он стоит там? Нет, не... А вот он стоит, все отлично, все отлично. Я думаю, почему они там падают? Потому что вот так вот, бомбер. Ну, карточка на бомбера нам не нужна, потому что он у нас прокачанный по полной программе. Так. Ну, прожимаем, давай, прожимаем. Давай туда, тотем на хил. Воу-воу, смотри, ребята, они хиляются. Фу. Они захиливают себя полностью, поэтому урон нам никакой не страшен. И база рухнула с такими опупенными глюками и лагами. Ну что же, кто у нас здесь? Блин, да вот почему я так и думал, что будет именно термин 9000? Кто? Кто здесь может против него выйти? Так, ребята, я даже не помню. Мы в прошлый раз, по-моему, вот это... Нет, не этой командой мы бомбили. Этой команда, наоборот, не потянула. Наверное, друидка все-таки, скорее всего. Друидка со своими тотемами. Ну, попробуем. Не уверен, конечно. Или же даже в прошлый раз мы так его быстро забомбили, что он не успел даже выйти. Не помню, если честно. Это надо смотреть прошлые серии. Так, ну что, 500 маны накопим и, наверное, сразу будем в бой, как говорится, дуть. Так, тихо. Он не дает, вот смотри, он как специально все, ребята, делает для того, чтобы меня отвлечь вот от моей, ребята, цели. Давай тогда тоже так сделаем. Упс. Упс, такой нежданчик был сейчас только что. И ульта... А, все, я вспомнил, ребята. Мы термина с вами бомбили именно той командой, у которой у нас луч, лазер. Именно через ульту бомбили мы. Теперь-то я вспомнил, осознал, осозрел. Да-да-да. Но здесь у нас ульта, конечно, паршивая на самом деле. Которая притягивает, а толку-то от нее? Ну, притягиваем, и что? Так, ладно. Хорош тут, ребята, как говорится, сопли жевать. Он уже вышел, этот супостат противный, а? Ну что же, придется заморозка. Кстати, заморозка — это хорошо. Заморозка-то хорошо, но в то же время, блин, она очень быстро закончилась. Она очень быстро закончилась. Толкатели, хиратели тут всякие. Так, ну-ка попробуем так сделать. Так, отхиливаются, отхиливаются понемножку. Может быть, если мой маленький молотильщик будет выпускать почаще пилу, шансов будет больше на победу, а? Как вы думаете? Так, карточки на бомбера мне выпадают. Нафиг они мне нужны, а? Если так подумать. Мы не успеваем с вами, просто-напросто не успеваем. Вот смотри, какая армада здесь идет, ребята. Я стараюсь, как только могу. Но он постоянно выпускает свою армаду. Давай сделаем тогда вот так вот. Ну, а почему ульта-то? Ульта-то почему на босса не сработала? Фи! Так, ребят, мы как бы переплюнули. Мы даже перешли зону атаки. Одни карточки на бомбера идут. Так, давай вот так вот попробуем. Пробили, ты прикинь, ребята, мы его пробили. Ух! И у нас 27 секунд. 27 секунд всего лишь-то.
Так, друидка, ты главное отхиливайся там. Ты молодец, правильно делаешь. 20, ребят, секунд. 20 секунд. В общем, если мы сейчас сдуемся, это будет обидно. Это будет печально для меня вообще. 12 секунд, ну, еще даже урона по базе нету. 9 секунд. Ну, хоть бы какое-нибудь ускорение мы... А смотрите, тотем стоит, ребята, тотем на атаку. И, ну-ну-ну-ну, есть. Найс. Вот этот, кстати, тотем, который поставила друидка на атаку, он, в принципе, грубо говоря, и подбил базу. Ну что ж, давайте вскроем сундук, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, фигня какая-то нам выпадает. Репульсор и на базу. Ну, а мы собираем здесь с вами сливки. Так, опять репульсор, богиня солнца и 14 карточек на базу, на замок. Ну что же, 93-й портал нас ждет. Так, территория захватчиков, потом территория нефритовой долины, потом опять нежить у нас, опять захватчики, опять терракоша. Не понял, ребята, это что у нас получается? Да, у нас получается две базы будут захватчиков, да? Точно, и две базы будет на терракотовую долину. Фу, то есть на нефритовую долину. Слушай, это немножко меня напряг... Блин, улитка. Улитка сразу начинает нас встречать. Ну что же, здесь у нас щитобот. Я надеюсь, он все-таки сможет продержать обороночку, да? Он стоит соточку, поэтому его можно будет спокойненько, ребята, вызвать. Даже вот на ранней стадии. Вот именно таким вот образом и был у меня расчет. Да, пускай он идет без щита, но он довольный собой. И на все ему пофиг. Так, давай следующий. Шестеренки повылетали. Так, и нам нужно, ребят, с вами накопить, наверное, все-таки на паладина. Паладин, опа, опа, пули. Так, паладин, давай, выходи. Без тебя тут будет очень сложно. Так, и будем пилякать мы этого аглоеда. Отлично, по красоте. Так, ну что, попробуем, наверное... Да что ж ты будешь делать, а? Наносит сразу всем урон. Опять с разбега, что ли? Да, ребята, он в последнее время что-то зачастил с разбегом, вы заметили? Елки, паладин, ты чё? Совсем уже, что ли, опух? Так быстро фейлится-то. Ты завязывай давай, уже серьезно говорю. Бородавочник тут еще пляшет мне. Так, ладно, все. Я психанул, ребята, я психанул, потому что я буду вызывать друидку. Застань или чего хотел толкануть. Но не тут-то. Эй, погоди, они... Это что сейчас было, ребят? Вот сейчас что было с бородавочником? Вы скажите мне, куда он убежал за кадр? Видимо, труханул, поэтому и все. Такой подумал, да ну вас нафиг, я побежал отсюда. А по-другому не назвать. Ну что это было за баг или глюк, я не знаю. Убежал он от нас. Ну, разбор полетов, ребята, и замку хана. Еще и пилон получили. Отлично. Ну что же, переходим с вами на вторую миссию. Так, у нас здесь, у нас энергии здесь нет, оказывается, да? Так, энергия зато есть здесь. Здесь откатилась одна штучка. Так, улитка. Улиточка. Ладно, я попробую, ребята, через нашего голема сыграть. Он не так, в принципе, дорого стоит. Попробуем. 175 маны всего лишь нужно, чтобы его призвать. Улитка сейчас полетит, больше чем уверен. Погнали. Так, и следующий, наверное, это будет у нас Джаггернаут. Под прикрытием. Подожди-ка, с какого припуга он вызвал бородавочника-то, а? Ой-ой-ой, вдвоем-то они тут, конечно, быстро распишут. Ничего не... Так, жаба с пушкой вышла. Слушай, в таком случае нам нужно в обязательном порядке вызвать баллисту. Ух ты, как они быстро... Ты посмотри, ребят. Они очень быстро разбирают. Так, станет. Слушай, баллиста молодец, смотри-ка, стан за станом вешает. Давай Джаггернаута призовем. И, скорее всего, нам надо призвать здесь будет уже... Да что ж такое-то? Что ж тут происходит-то? Грифу? Да, ребята, грифона буду вызывать. Поехали. Так, фаербол я держу на изготовке, ребята. Никаких разбегов, успокойся. Так, 500 маны накопил. И вызовем сейчас с вами грифа, ты бомби... Вот, молодец. И вызываем с вами жнеца. Ну... Или мы сейчас разбомбим, ребят, базу ему. Да, пилон опять заработали. Ну что же, тут довольно легко получилось, хотя было немножко напряжно. Так, опять улитка, опять воблер здесь прибавляется. Ладно, воблер. Против воблера, естественно, дальники будут хорошо работать. Или ближники, но довольно сильные. А кто у нас сильный ближник? Это только Джаггернаут, вот из этой команды. Кстати, я хотел голема поменять на самурая. И забыл это сделать. Так, что он сейчас вызовет? Своего бородавочника, как всегда, да? Наверняка, как всегда, бородавочник. Да, конечно же. Ну,
Ребят, как-то все предсказуемо, понимаете? Все предсказуемо. Так, воблер. Еще и улитка. Нет, ребят, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Давайте-ка мы успокоимся, наверное, маленечко, да? Отдохните, пожалуй. А то раздухарились, я смотрю, здесь. Все, да выеживался. Так, опять бородавчик, ребят, бежит. Толканет сейчас. Не то, что толканул, а просто снес. Так, планетарная защита. Что-то какое-то новое, ребята. Задание мы с вами выполнили. Такого не помню, если честно. Ну, главное, что мы подошли уже к базе. Сейчас остается только лишь призвать жнеца. И, в принципе, все, ребята. Победа в кармане. А жнец уже вышел тут как тут. Ну, карточка на бородавочник, спасибо. Ураганчик. И еще одну баллисту призову, чтобы издалека бомбить. Так, и голем пускай идет. Фаербол, завершающая, ребята, атака. Да. Все, изи. Слушай, что-то мне захватчики здесь немножко пугают. Раньше они как-то были помощнее. Так, у них главное, что здесь нет пришельца. Того самого похитителя, которого любят обычно не выставлять. Слушай, здесь жаба с молотом появляется. Так, вот эта команда, наверное, здесь не потянет, скорее всего. Поэтому... Погоди-ка, а у меня что? Где у меня есть энергия? Только здесь, что ли, три штуки и все? Нет, вот тут есть. Вот тут есть. Так... 175 энергии нужно, да, для того, чтобы призвать Ронина. И мне придется это делать, хочу я этого или нет, ребят. Так, а теперь нужно срочно 225 энергии накопить, чтобы призвать рыцаря-мага. Он сейчас улитку пошлет, да? Следом, нет? Да-да-да, так оно и происходит. Следом летит улитка. Отражение. Отлично. Так, копим дальше ману с вами. Ронин, конечно, упадет сейчас у меня. А если мы ульту зарядим? Ой, красота-то какая получилась. Так, ну что, жаба, отдохни маленько. Это улитка, ребят, поганится. Вылетела там из-под тишка. Ну, БФГ, куда там близко так подходишь? Давай издалека бомби. Ух, небольшая печалька. Так, минусанем, наверное, да? Е. Опять бородавочник тут, а? Хламон этот. Ронин, давай, ты давно не выбегал у нас в истерике, господи. Мы фейлимся из-за этого. Может, ульту зарядить, ребят? Давай ульту, наверное, зарядим. Отлично, красный луч уничтожения. Просто снесли базу, отлично. И заключительная здесь у нас, ребята, миссия. Так, смотритель у нас здесь, да, смотритель. Так, опять же, те же... Ой, погоди-ка секунду, а как мы тогда будем с вами тут? Да ну... Что, серьезно, что ли? Придется, ребята, этим отрядом бомбить. Ладно, хорошо. Что у нас в первую очередь идет, конечно же, рыцарь. Ну, без него просто никак здесь не сделаешь. Так, жаба. Слушай, нам нужно 350 манны, если мы хотим тут как-то, ребят, противостоять этой орде всей. 350 манны это для чего? Для того, чтобы призвать, естественно, тигра. А если вот так вот сделаем? Так, ниндзя. Предположим, ребята, ниндзя. И тыквоголовый. Так, у нас здесь хорошая ульта на базе. Не стоит об ней забывать. Замедлялка все-таки. Так, спасибо за карточки. Давай призовем ульту нашу. И тигр. Тигр уже, ребят, созрел. Как раз для похода. Давай, 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 улитка, затормозись. Ух, шикарно. Так, ну что, 500 маны я накопил, ребят. Остается лишь нам призвать нашего деда. Ой-ой-ой, кому-то сейчас будет больно. Кому сейчас будет больно, ребят, я не знаю, честно говоря. Но дед уже выходит. Заморозили мы этого смотрителя. Ты посмотри, что... А как он его пуганул-то? Эй! Как ты это сделал, лолух? Как ты мог испугать, блин? Фу, смотритель. Это разве, ребят, смотритель? Это ватник. Вот как я вам могу сказать. Тыквоголовые просто молодцы. Смотри, что происходит. Просто расколбас. Ну и дед, конечно, тут отжигает по полной программе со своими плясками с дубиной. Так, вызываем еще одну ниндзю. Смотри, даже никого не вызывает. А если кого-то и вызывает, они там не успевают вообще ничего сделать. Слушай, ну круто, согласитесь, ребят, ну это вообще великолепно было сейчас. Так, забираем сундучок и смотрим, что нам здесь выпадет. Воу, 9 карточек на базу, 9 гемов и вот этот вот хитрый... Плешивый пришелец. Ну, ребята, мы с вами отправляемся в долину Терракотовую. Вы понимаете, да? Здесь у нас Ронин. Это уже серьезно
Не до шуток. Господи, что будем делать? Ну ладно, попробуем. Конечно, на одном рыцаре вряд ли у нас получится здесь, ребят, уйти далеко. Вот я имею в виду вот на этом. Он же сейчас будет психовать. Это же псих-истерик, и я не знаю, как его еще назвать. Ну что, застанил бы хотя бы разочек-то? Нет, ребята, какой там застанил? Ниндзя. Фейл, ребята, что я могу сказать еще? Причем сразу же. Ну, естественно, он будет на одних ронинах играть. Ну и что? Ну и как? Не, ребят, это фиаско. Это просто фиаско. Слушай, эта команда, конечно, против вот таких вот дамагеров, ну, ни о чем, ребят. Вот против дамагеров эта команда ни о чем. Понимаете, почему, да? Если только самурая взять, попробовать, ребят. Самурая взять вместо кого? Вместо ниндзи? Слушай, ну как варик можно попробовать? Давай-ка попробуем. У нас все равно там еще энергия есть, да? Ну ладно, пускай они сейчас разбомбят мне базу. А мы с вами попробуем взять сюда самурая. Он у меня, по-моему, если не ошибаюсь, ребят, не прокачан еще к тому же. Надо будет его докачать прежде всего. Ладно, это уже мелочи. Самурай и мечник. Так, заберем, наверное, квесты здесь. Так. Отлично. 309 гемов у нас уже в данный момент. И это круто, я вам могу сказать. Так, вот в этом отряде, да, значит, нам нужно, ребята, заменить ниндзю на самурая. Где он у нас? Самурай, ты куда спрятался? Покажись, пожалуйста. Я его не вижу, ребят, что-то не понял. Вижу некро, я вижу. Самурай, ты где вообще? А? Не пойму я тебе. Ты куда спрятался-то? Так, секунду, ребят. Давай смотреть, вот он. Да, он 88 уровня. Черт бы его побрал. Ну, ладно, хорошо, у нас с вами есть деньги. Давай прокачаем его. Хватит нам. Да, полностью мы его прокачали до 97 уровня. У нас больше никто не нуждается в прокачке, интересно. Слушай, пока никто. Мы можем, знаете что, ребят, вот здесь немножко прокачать. Я вот хотел вот этого. Квест завершил модификации. Не знаю для чего, но почему-то хочется мне именно, ребята, вот этого вот бот-паука. Мне кажется, он будет неплохо довольно-таки с задних рядов бомбить. Вы сами прекрасно видели, что он умеет делать. Поэтому, возможно, нам это пойдет только на пользу. Так, ну что, давай посмотрим, как у нас вот команда сыграет теперь с самураем. Главное, чтобы почаще наш самурай падал в истерику для того, чтобы, ну, просто отражать вражеские атаки. И к тому же он стоит 150 маны. Тоже довольно-таки недорого. Погнали. Вот так вот, да? Но по урону, опять же, ребята. Ну, какая там, блин, истерика. Никакой, ребята, истерики. Ну, давай еще раз попробуем. Ну, и еще разок. Да и смотри, что делает. Нет, ребята, блин. Заговор это против меня. Просто заговор. Ну как так? Ну, два раза умер, да, самурай? И не... Вот он сейчас врубил. Нахрена... Нахрена мне сейчас твоя истерика? На, вот сейчас вот нафига мне нужна? В общем, ребят, только когда недавно говорил, что ни разу мы не проигрывали, вот тебе и проигрыши пошли. Да потому что эта команда именно вот против Ронина, ну не рулит она. Потому что они психи. Этот Ронин псих, он у него постоянно выбегает в истерика, а мой, видите ли, самурай, нытик, никак не может, ребята, нормально себя вести, не может включить свой предсмертный хрип, да, и махать своей сабелькой. Обязательно вот ему так надо. Так бы Ронин просто бы бежал бы, да, с психу бы. Ударялся бы именно в самурая. И все, ребят, и все. Он терял бы свою вот эту вот истерику. О, тихо, погоди-ка. У нас откат, ребята, есть. У нас есть один откат, причем довольно не на плохой армии. Вот сейчас я и как раз проучу. Естественно, ребята, здесь будет у нас выходить щитобот под прикрытием, конечно же, молотильщика. Другого варианта здесь не вижу я. Так, подожди, что-то я тут замешкался маленько. Ну, а как? Ну, как ты так делаешь? Ну, почему ты... Нет, ребят, ну это... О, неужели? Неужели что-то произошло? Чудо какое-то, ребят. Просто чудо и чудес. Слушай, а может быть получится, ребят? Вау! Слушай, вот это самое лучшее, что могло произойти сейчас в данный момент, ребята. Так, интересно, я паладин еще успею призвать? А? Паладин еще призывается. Паладин, давай, наказывай этого своим лучом. Е. Так, что, Ронин, все, сразу же штанишки надудонил, да? Понял, что здесь тебе не варик играть. Вот тут и оно, блин.
А то привык со психу тут выбегать на слабеньких моих ребятулек, наказывать их. На-ка, получи и распишись, по-другому не назвать. Фух. Ну вот, ребята, и наказание, как говорится, за его преступление. Отлично. Я рад. Рад, конечно, что мы прошли, но не рад то, что мы, ребята, с вами очень много энергии сфайлили на том отряде. Так, еще есть. Еще есть одна энергия у нас. Слушай, ну я попробую. Тут все-таки немножечко подлиннее стало, да, расстояние. Немножечко. И будем надеяться, что самурай все-таки нормально на этот раз будет себя вести, достойно. Давай-ка попробуем, ребята, наверное. Ты посмотри, что он делает. Он не так-так-так, не... Блин. Ну, я не знаю, ребят, тыкав головой здесь, наверное, один не справится. Эть, эть, эть. Нет, ну что-то получается, но не то, что нужно, ребят. Так, замедлялочку. Давай-ка мы сделаем замедлялку, ребята. Как раз против истерики от Ронина. Это очень хорошо помогает. Ну, тигр, ты будешь выходить-то? Тигр, вот, ну неужели, ребята, у него сработала эта психоистерика егоная? Уже хоть что-то, уже хоть радует как-то, ребят. Уже приятно просто-напросто, уже играть даже. Так, ну, давай эту бабку, которая там на журавле, подобьем. Так, замедлялочку, естественно, ребят. Без замедлялочки-то как же. Ага, шикарно. Так, я знаю, что выйдет наверняка Ронин. Нет. Выходит у нас, ребята, терракотовый воин. Но в любом случае, ребята, массовые взрывы, которые мы с вами делаем, даже если сзади выйдет Ронин, он все равно будет получать урон. Несмотря на то, что он будет там стоять сзади. И базе, конечно же, фиаско. Вот. Только чуть-чуть, ребята, делаешь расстояние между базами, когда ты успеваешь хоть кого-то призвать, и сразу результат идет налицо. Ну, согласитесь. Ну, а у нас с вами на этом все, ребята. Энергия закончилась, как бы, я не знаю, мы квесты какие-то с вами сделали или нет. Сейчас посмотрим. В любом случае, сегодня была хорошая игра. Довольно неплохо подрались. Энергия у нас, не энергия, точнее, уровень у нас подрастает. Естественно, опа, Джаггернаут. С какого вдруг перепуга у меня был не прокачанный? Хм, ладно. Была моя, ребят, погрешность в этом деле. Ну что же, на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков.